Ой, что это у меня в руках? Что это такое? Странно. Привет, сладенькая, ты уже допила? Не, нафиг. Ты что, стакан разбила? Да я уже разбила. Осторожнее. Уже разбила? Ну да, да. Обалдеть. Это займет всего минутку. Мамочка только проверит, все ли с тортом в порядке. А, с тортом. О, торты я люблю. Мячик вот крутой. Хочешь мячик, мам? Вера, ты что, маленькая? Да, я маленькая. Слушай, а может быть это детство помни? Может быть, но я не уверена. Хотя может быть. Ладно, шутим. Какое помни? Это твое детство. Хотя может быть и ее. Давай посмотрим. Так, так, прекрасно. Тортик готов. Давай сейчас, смотри, как я счеты умею делать. Мама, смотри. О, посмотри на себя. You're ты очаровательная в своей пижаме. А ты раньше была без пижамы? Да, ты мне подарила сегодня. Фига себе. Помнишь? Лера, я тебя сейчас буду тортом кормить. Тебе сколько лет? Сегодня по свечкам 2 годика. Мне 2 годика. Мама, какой нафиг торт? Сегодня тебе 2 года. И ты будешь кушать сладенькое, потому что ты сама сладенькая. Кажется, я знаю малышку, которая хочет тортик. Чух-чух-чух-чух, паровозик едет прямо в рот. Мама, мы тут, блин, не на паровозике собираемся. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Мама, мне 2 годика. Я не могу. Мама, кто это? Дотя. Иди посмотри. Ты пиццу заказывала? Нет. Пришел кто-то. Я скоро вернусь. Right back. Куда ты пошла? Ладно, пофиг. Ну, торт хотя бы оставила. Счеты пойду посчитаю. Ой, как весело. Что происходит? Что это такое? Лера, что с тобой? Я не знаю, у меня какие-то что-то происходит. Почему? Что такое? Что со мной происходит? Все трясется? Да, я знаю. Соберись. Лера, я не могу. С тортом что-то не то было. Я не знаю, может он отравленный? Торт. Торт, все. Потому что нельзя 2 года торт кушать. Так вот именно, я же говорю галлюцинации. Милая, это твой папа приходил. Он передал тебе подарок. Look what I found. Смотри, что я нашла. I wonder what it is. Давайте. Окей. Why don't we go upstairs and find out? Пойдем? Давайте. Пойдем наверх и посмотрим. Давай. Мама, бери, торт офигенный, будто галлюцинации какие-то от него были. Сколько кусков ты съела? А один, мама, даже не целый. Ну и хватит тебе. Все, хватит столько много кушать. Ой, мам, что ожерелье такое крутое, где взяла? Не знаю, может это амулет мой какой-то? Откопала? Что? Поцелую тебя, моя дочка. Мам, можно подарок теперь? Это что такое? Ребята, начинается игра. Давайте, посмотрим. Что сейчас будет происходить? Нас несут спать. Ребята, это очень популярная игра была когда-то, но да. Мы так в нее с вами и не сыграли. Among the Sleep. Очень классная и очень, ребята, хоррорная. Где-то во сне. Где-то во сне? Давайте посмотрим. Хоррор, говорят. Интересно, а почему папа не вошел? Я не знаю, но мне кажется, что-то у них в семье не так. Посредине сна. Страшно. Вера, мне уже страшно. Мне тоже. Очень страшно. Я уже боюсь, а. Так, пойдем, дочка. Я тебя отнесу в твою комнату и там распакуем подарок, если давай. Ты захочешь. Ого, у меня комната, мама. Целый апартамент. Вот мы и пришли. Далеко шли. Давай посмотрим, что внутри, дотя. Может быть, это новая игрушка? Давай. Открываем коробочку. Тебе страшно? То медведь. Медведь? Опять сюда пришел? Окей, свитти. Так, сладкая, будь паинькой, поиграй немного сама. Мамочка скоро вернется. А что такое? Мам, мне медведь нравился, ты шо? Там телефон звонил. А медведь можно? Нет, нельзя. Сиди пока тут. Мама тоже хочет играться. Мама пошла пока. Да медведь такой крутой был. Я хочу его достать. Дайте мне моему медведя. Ладно, иди достань, пока хорошо. Мама ушла. Так, можно пойти достать. Можно подбирать предметы. Куда идти? Прикольно. Мама, блин, куда это выкинуть нафиг? Мама, ты что там разбрасываешься? Да сейчас ничего. Мама придет, будет тебя ругать, Лера. Ничего не разбрасывайся. Как отсюда выйти? Может быть, здесь нужно ключ какой-то найти, Лера? Да не, я просто выпрыгнула. Так, ты карабкаться научилась, молодец. Да. О, подушечка, давай туда. Мама предусмотрительно положила, если Дотя захочет поехать в летчика. Да, я знаю, я Спайдермен. Ой, мама, ножки поломала. Так, перейти в бег. Получится у тебя перейти в бег? Да, я знаю, я же такая быстрая, я в Олимпиаду играла. Что это за медведь? А ну, по ящичкам можно полазить. О, давай. А можно залезть на ящики? Ой, это классно. Открывайте подарок. Медведь?
Дайте посмотреть. Вера, мама сказала не лазить по подаркам. Мама, ты медведя моего стащила. Ах ты задница. Подожди, подожди, может медведь сам ушел? Где мой медведь? Он был здесь, мама вроде не брала, Лера. Я знаю, но может она поиграть хотела. А может медведь живой? Это фигня. Ладно, если медведь живой, то это фигня. Так, наверное, он сейчас появится. Я боюсь. Я тоже очень боюсь. Что там в шкафчике? Мама пошла по телефону разговаривать на завтра? Да. Ну ничего такого бывает. Ты что, решила в ящик залезть? Нет. А слон тут был? Да, стоял. По-моему, не было слона. Балди. Память свою очисть. Так все нафиг. Надо пойти. Ну где же медведь? О, кнопочка. О, Лер. Нажимай. Железную дорогу поиграть. Вот. Ой, чух-чух. Нафиг. Что тут еще есть в комнате у тебя? Давайте посмотрим, что вот тут у нас есть. Кубики. Ребят, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там Лера раздает робоксы. Ссылочка будет в описании. Hey, you found me. Эй, ты меня... Говорят, ты что, живой? Меня зовут Тедди. Приятно познакомиться. А как тебя зовут? What's your name? Ты что, не знаешь, как тебя зовут? Лера, соберись, тебя не зовут. Гага. Все еще неразговорчивая, да? Гага. Слушай, два года говорить то уже должна. Ну что, может, поиграем? Давай. Лера, говори со мной. Лера, я медведь, говори со мной. Да, я одна медведь. Придумал. Ты отвернешься, а я спрячу розового слона. Лера, не говори, как будто бы у тебя во рту что-то застряло. Ну, я не умею говорить. Отвернись и закрой глаза. Только подойди поближе. Да-да-да, я тебя не понимаю, медведь. Хорошо, давай. Будем играть. Прячь. Так, нажмите Escape, чтобы прикрыть глаза. Прикрывай, Лера. Вообще нифига не видно. There. You все, можешь искать. Now. Ой, давайте. Ищи слона. Я ищу. Ну ты медведь, блин. Ты нечестно, Лера, ты подглядывала. Я нашла. Ты нашла его. Ага. Ну ты подглядывала. Нечестно. Нет, четыре. Я не подглядывала. А ладно, я шучу. Ребят, скажите, если я сам фигово спрятал. Да, я знаю. Вау. Ого, это музыкальная шкатулка. А она работает? Не а знаешь? Я откуда знаю, медведь? Ну так давай включи. Карабкай здесь включай. Работай. Там он есть клей. Какая приятная nice мелодия. Лера, спасибо, что включила мне. Пожалуйста. Я тут знаю, как все включать, обращайся. Ты такая смышленая для своего возраста. Да вообще. Такая большая молодец. Только говорить не умею. А где же твоя мама? А она ушла там по телефону поговорить. Слушай, сказала, ты что... решила со мной в футбол поиграть? Ага. Молодец, Лера. Давай, играл в футбик? Пойдем. Сейчас я попробую. Иди. Сейчас у меня получится. Пенальти! А я пойду лучше в футбике играть. Что ты прошел? Что ты мне все поломал? What's this? А что это такое? Что там? Подойди, глянь. Где нафиг найти? Что там смотришь? Five. В засушливом холме стоят пять животных, страдающих от жажды. Как же хочется пить, пропели они и начали копать. Ой, какая интересная книга. А что они начали копать? Если мы найдем воду в этом колодце, то мы напьемся, распрощаемся друг с другом навсегда. Медведь, это легенда. Походу. Медведь, офигенно читаешь. Что ты встал? Так получается, мне нужно найти воду в колодце, иначе они расстанутся? Вода? Кто такие они? О! Отсутствие воды их объединяло. Что там? Какая у тебя клевая железная дорога. Книжки. А как запустить дорогу? На кнопку нажимай. Ну, нажми. Смотри, профессионал. Я. Клево. Круг за кругом, круг за кругом. Ехал я поезд. Я знаю. Без вагонов. Лера, хоть бы вагоны подцепила, я не знаю. Ну, сори. Слушай, посади меня к себе на спину, я хочу тебе кое-что показать. Окей. Бери меня, Лера, бери. Садись. Нам нужно какое-нибудь темное место. Лера, найди темное место. У тебя шкаф есть. Как насчет шкафа? А если я боюсь в темные места идти? Там в трав. Лера, не бойся, я самый сильный на свете медведь плюшевый. Верю я тебе. Отодвинем эту. О, клево, ты толкать научилась, молодец. Я знаю. Открываем. Заходим. Ого, там темно. Лера, короче, слушай. Нужно, чтобы было темнее. Закрой дверь до конца. Мне в трав. Жили-были животные. Чудесно то, что нужно. Да ладно, я шучу.
Страшно тебе уже? Надеюсь, тут нет чудовищ? Лера, ты не заводила шкафу чудовищ? Не нагнетай! Если тебе станет страшно, просто обними меня покрепче. Возможно, тебе станет полегче. Лера, слышала? Обнимай меня. Да, что ты морозишься, обнимай? Я обнимаю, мне плохо. Нажмите, чтобы обнять Тедди. Лера, ты меня обняла? Да. Хорошо, я уже чувствую. Мне страшно. Подожди, я еще не начал рассказывать. Сейчас это будет самое веселое. Что это за звуки? Это играет шкатулка. Мне страшно. Лера, по-моему, начинается. Мне сыкота, пожалуйста. По-моему, в этой игре начинается хоррор. Достаньте меня отсюда! Я боюсь темноты, блин! Что тут происходит? Я не знаю. Медведь, ты будешь что-нибудь рассказывать? Тедди, где мы? Мы заснули, Лера, мы заснули! Мы в шкафу? Как открыть? Как это получилось? Как это открыть? Попробуй кнопки взаимодействия. Я левой кнопкой мышки. Я нифига не вижу, Балди. Фонарик есть? О, есть. Есть? Фонарик? Можно включить? Ты его возьми сначала. Есть. Балди. Лера, делай что-нибудь с этой теменью. Я не могу, я нифига не вижу. Тебе хоть что-то видела? Ладно, подождем. А, это мои руки. Это был не фонарик, Лера. Сейчас должно стать посветлее. Сори. Где мы ползем? У нас шкаф не такой длинный. Что это за красная фигня? Лера, мы все еще в шкафу? Почему мы так долго ползем? Тихо, звук. Мы выбрались. А может, мы не в шкафу уже? Может быть, это наш ночной кошмар? Игра же называется «Посредине сна». Я знаю, но что-то я вообще нифига не вижу. Сон у вас темный, можно свет подать? Сейчас медведь придет. Господи. Где мы, Лера? Лера, где мы? Что это за нафиг такое? Мы в шкафу? Это потайной портал шкафа. Мы в Нарнии. Это Алиса в стране чудес? Мы в Нарнии. Сомневаюсь, что нам следует тут находиться. Мы должны быть осторожными. Мне это не нравится. Так ты нас сам сюда затянул, блин, Тедди. Так я хотел рассказать сказку. Кто это? Фонареголовый? Блин, может быть, это цифровой цирк? А ты помни, Лера? Да. Это, походу, закулисье цирка. Что это за нафиг? Я не знаю. Балди, мне сыграть. Ты это слышала? Да, слышала, спасибо. Хоть я говорить не умею, но слушать умею. Кажется, что-то приближается! Фигня! Открывай! Шкаф? Мама! Вот ты где! В шкафу прячешься! Что ты тут делаешь? А, это! Да! Играешь со своим новым другом? Привет, медвежонок! Приятно познакомиться! Как поживаешь? Лера, это нам привиделось! Не нужно прятаться от мамочки! Шкаф такой длинный. Надеюсь, тебе понравился твой день рождения, милая. Даже торта не попробовала, восьмого кусочка. Мамочка бы расстроилась. Ну теперь пора в кроватку. Что это за шкаф был такой? Почему он такой был длинный? Если ты сейчас заснешь, завтра сможешь проснуться пораньше и будешь играть со своим новым другом весь день. Лера, ты хочешь играть с Мишкой, который тебя в шкафу закрывает? Нет. Убери его, пожалуйста, от меня. Мальчики и девочки во всем мире уже спят. Ждут только тебя. Не нужно их задерживать. Она оставила тебе медведя, Лера? Да, он рядом со мной. Спокойной ночи, милая. Сладких снов. Мама, там еще светло на улице. То свет у соседей горит. Послушай колыбельную, Дотя, и засыпай. Мама, мне страшно. Можно я не буду? А не надо было в шкафу гулять. Ну, меня медведь затянул. Что я могла сделать? Получается, Лера, в шкафу это было наше видение. Это был, наверное, не сон. Это что за нафиг? Начинается жесть. Я чувствую прям... Балди. О, Господи. Вау, это рассеянный Кауфман. Лера, мы точно... Только этого не хватало нам. Где? Медведь рядом. Это ночь. Да, уже ночь, свет погас у соседей. Наконец-то. Что такое? Лера, выходи с манежа. Мы отправляемся в наш... Я не могу, подожди, я только что проснулась. Если я проснулась... Медведь? Медведь уходит. Лера, мы отправляемся в наш первый ночной кошмар. Он самоутаскивается? Он взлетает. Он просыпается. Его кто-то забирает. Это что за нафиг такое? Лера, у тебя больше нет медведя. Это хана.
Как мама расстроится, мама тоже. Что нам делать? Балди, есть мысли? Мысли хоть. Вера, мне очень страшно. Кто дышит так сильно? Смотри, потолок опускается. Что у нас там происходит? Кто-то был! Нас кто-то поднял! Что? Что? Нет, мы сами встали. Что это такое? Алло? Там горел свет, а теперь не горит. Пойдем. Пошли. Мама, мама! Мама, приди! Папа, хоть кто-нибудь? Что это такое? Обходить углы? Нет, чтобы... А заглядывать за углы? Вера, мне страшно. Мне тоже. Что это за стул? Я такого дома у нас не помню. Эта комната, получается, не нашего дома? Откройте дверь. Не открывается. Ну, конечно, мы Вера, слишком... Вера, не открывай. Мы слишком маленькие, чтобы до ручки достать, блин. Подставь что-нибудь. Тумбочку, вот. На табуретку залезь. Что это такое? Ты сначала ее придвинь, а потом залезь. Да, или да, да. Подожди, Балди. Мне нужно исследовать место. Что это было? О, молодец, стул двигается. Ага. Я же так гирокакал. Открывай. Что там? Страшно. Да страшно. Это Мишка? Кто? Я не знаю, кто там. Вера, там кто-то есть. Мне страшно. Можно я не пойду туда? Нет, нельзя. Нужно идти, нужно проходить игру. Нет, я туда лучше пойду. Стиралки. Да, вот туда. А что тут еще страшнее? Нет, а нет. А вообще звук. Мама запустила стиралку на ночь. Кто-то кричит. Шкаф? Лера, ты слышишь звуки? Кричит кто-то? Да, я в шкафу. Кто-то в стиральной машинке? А ну проверь. Она закрыта. Ее надо как-то остановить. Может, кто-то в ящиках? Может быть. Кстати, а куда медведь делся? Я не знаю. Может, нам нужно найти его медведя? Его забрали. Ну что-то точно лень. Кто-то кричит. Да. Я попробую выключить стиралку и заглянуть вовнутрь. Да. Может, медведи решили постирать? Спасибо, что ты тут. Что-то тут не так. Нам надо найти твою маму. Кто-то засунул живого Мишку стирать ночью. Вера, нужно искать маму. Да. Срочно. А где? Бери меня, медведя, и пошли. Пойдем. Кто тебя засунул? Я не знаю. Медведь, походу, тоже не видел. Ага. Мама, наверное. Да. Так, а зачем тогда медведь говорил «найди маму», если это, значит, была не мама? Я не знаю. А может, это был папа, который подарил медведя? Зачем? Или кто-то есть еще в этом доме? Кто храпит? Мячик, нафиг. Когда начинается музыка, Лера, надо бояться. Я уже боюсь. Ты что, в подвал собралась? А куда мне еще идти? Мы должны вести себя тихо, никогда не знаешь, кто может подслушать. Вер, зачем ты идешь в подвал? Ну, где мне маму еще искать? В подвале? У тебя мама любит жить в подвале? Да. Это прекрасно. Я знаю. Это маленькая фобия. Да, только у меня. А такое увлечение ходить по подвалам. Что это за звуки? Как будто кто-то рычит. Вера, иди на свет. Как будто кто-то храпит. Вера, на свет иди. Да, я иду. Ты думаешь, куда я? Это наша комната? Вау. Это что? Тихо-тихо! Гроза? Вера, прячься куда-нибудь! Куда? Под кровать? Это наша зала, это наша комната! Не похоже. А чего не похоже? Это наша квартира? Я не знаю. Но в этой комнате еще сегодня не было. Что это такое? Что это за шарики повыкатывались? Пошли на кухню. Это яблоки. Кто-то на кухне. Кто? Папа? Мама, это ты? Мама. Папа, вы Вера, где? Вера, зови маму. Папе на яблоко. Я не умею говорить. Попробуй взять яблоки и бросить. Кому? Куда-нибудь раздвигай их. Это фигня. Я встану. Мне 2 года, я уже такая высокая. Блин, я опять до ручки не достаю. Подставь что-нибудь. Что это? Кто дышит так сильно? Наверное, за той дверью мама. Подтяни, Лера, что-нибудь. Папа, стул давай. Слушай, а может тебе правда нужно найти папу? Может, я свихнулась уже окончательно? Может, все эти по шкафу высидели? Подожди! Не говори ничего, давай слушать. Я могла сойти с ума. И рассеяться. Это выход на улицу. Что это за звуки такие? Господи.
Как будто где-то вода капает. Нафиг. Это наши картины. Это ты рисовала маленькую. Да, я знаю. Да блин, никакая ручка не открылась. Лера, почему тебе взбрело в голову гулять ночью? Я не знаю. Я проснулась, у меня медведя забрали. Я слышала голос какой-то. Кстати, Лера, ты взяла с собой медведя? Да, он у меня на спине. Я же его стащила. Шо вау! Это молния. Я знаю, но почему как будто кто-то нас зовет, блин. Кто там? Ау. Заходи. О, господи, тут страшно. Можно я обратно пойду? Нет, тебе нужно прямо. Нет, я не хочу. Это какой-то архив? Офис? Господи, сколько комнат в этом доме? Одна страшнее другой. Там глаза! Нет. Да, нет. Но самое страшное то, что я никогда не видела эти комнаты. У тебя их дома не было? Нет. Лера, залезь на что-нибудь. Нужно тут дверь, наверное, открыть. Можно залезть, давай. Карабкайся, может, по ящикам? Мне всего 2 года, отстаньте от меня. 2 года у тебя уже столько приключений? Лера, мне кажется, этот медведь был непростой. И папа не зря тебе его подарил. Да. Мне кажется, он вещи какой-то, я не знаю. Подожди, там что, там кто-то лежит? Там мама? У меня мурашки, нафиг, это кровать, там мама. Мама? Но она почему-то очень странное лицо. Да, это ты? Нет, это рисунок на кровати. Мама, вставай. Сейчас мы маму разбудим. Ой, нет. Что? Ее тут нет. Кто там? Кто это? Кто открывает дверь? Хрень, напрягся. Лера, залазь под кровать, можешь, нет? Нет, не могу. Стой тогда на месте, это, наверное, мама. Никто не зашел. Там кто-то я. Пошли проверим. Давай. Мам, это ты? Мам, не говори, что ты по ночам превращаешься в оборотня. Кто же открыл эту дверь? Кто же? Ручку дергал. Кто там мучит? А, не, балди, это не ты. Это кто-то другой. Мама? Кто еще может там мычать? Сейчас... О, господи, на мне! Кто это такое? Это мама? Что это было? Что это было за существо? Он такой как худое, с ногами худыми. Это Кауфман из цифрового цирка? Джекс? Расселся? Лера, иди прямо и будь внимательной, пожалуйста. Да, я пытаюсь, блин. Пожалуйста, не отвлекайся. Где мы? Это подвал? Это вода? Мы входим... Ты опять попала в свой стакан изначально? Нет, я прохожу через... Ого, что это такое? Я не знаю. Мы во сне. Мы прошли через... Посмотри, там сидит кто-то. Мы в зазеркалье, в закулисье. Это мама. Параллельная вселенная. Это она мычит. Ты видишь свое отражение? Где? Нет, не вижу. Это она. Похоже на воспоминание. Мы нашли маму, это же амулет, который она носила на шее. Лера, возьмешь его? Ну да. А что мне еще делать? Блин, она исчезла, Лера, не надо было ее брать. А как еще могла пройти как бы мимо нее? Мы поду. Где мы? Она у тебя в инвентаре появится, этот амулет должен да. быть. Да. Ты, кстати, можешь его посмотреть, если что. Ну да. Что это за место? Ну кто-то все еще мычит. И куда мама исчезла? Вон амулет, смотри, какой красивый. Очень красивый. Куда давай его еще использовать? Лера, лучше спрячь, пока ты не потеряла. Ну да. А то я еще потеряю, и потом будем сидеть и искать его 50 лет. Что это такое, труба? Карабкайся. Была, не была? Лера, мне кажется, мы... Поехали. Вау. Я падаю. Все правильно. Да, значит, загрузка. Будем правильно. Следующая давайте. Кат-сцена. Лера, мы все правильно проходим. Это хорошо. Только где мы выйдем? Без понятия. Это что? С тобой все в порядке? Right? Да, со мной все в порядке. Вот, слез наконец-то. Да, пошли, Лер, за мной. Блин, давай. Мне страшно. Можно я опять на тебя залезу? Лер, возьми меня. Давай. Что это за место? Все, храбрость закончилась. Не бей по башке, я на и так плюшу. Храбрость закончилась на 5 шагах. Подожди, Лера. Да, храбрость, моя храбрость была недолгая. Ага. Лера, пролезем. Давай зайдем. Что это домик тут делает? Я не знаю, но давай зайдем, мне интересно. Посмотри, там кто-то живет. Ау, люди. Лера, ты помнишь такой дом у нас по соседству? Нет. Мы на улице? Давайте зайдем. Закрыть, блин. Если ты мне поможешь, я, наверное, смогу открыть изнутри. Иди, давай. Забрасывай меня. Залезай.
И ставь лайк, подписывайся на мой канал, жми колокольчик, чтобы перекрыть мое новое прикольное видео. И увижу в следующем видео. Пока!